В центре Нарьян-Мара прошла акция, приуроченная к Дню семьи, любви и верности. Жителям города предлагалось ответить на вопрос, что для них значит любовь. Организатором мероприятия выступил Центр поддержки молодежных инициатив. Для россиян День семьи, любви и верности – молодой праздник. Он был учрежден в 2006 году Советом Федерации и появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии. Эту пару почитают покровителями семьи. Самым важным в молодой семье Котовых является появление на свет долгожданного сына. Приурочен. Наверное, должны быть такие праздники, где, ну, где обсуждаются такие темы, как семья. Потому что мы сами вот недавно стали родителями и понимаем, что у нас теперь уже своя семья есть. Да, своя семья. Вот. Полноценная. Да, и мы очень счастливы, что у нас есть вот это маленькое чудо. По словам ведущего специалиста по работе с молодежью Центра молодежных инициатив Валерии Легейды, популяризация семьи и семейных ценностей среди молодых людей нашего города – главная цель проведения данной акции, которая проходит в Нарьян-Маре уже второй раз.